maqov.net. Максимальные скидки подписчикам appleinsider.ru. Привет, друзья, с вами appleinsider.ru. Мы знаем, что в iOS 8 появилась возможность обращаться к Siri, не нажимая на кнопочку Home. Если телефон находится на зарядке, вы просто можете сказать «Hey Siri», и цифровая помощница сама появляется и спрашивает, чем может помочь. Недавно мы узнали, что с помощью этой функции можно обойти защиту Touch ID и вообще защиту паролем вашего iPhone. В этом видео мы посмотрим на то, как это делается и возможно ли это вообще. Сейчас передо мной лежит iPhone 5s, на котором установлен пароль и защита Touch ID. Давайте проверим, так ли это на самом деле. Мы блокируем экран, и с помощью пальца я его разблокирую. И кстати, вы видите, что iPhone подключен к зарядке. Это значит, что мы можем вызвать Siri с помощью команды Hey Siri. И это первое, что мы должны сделать. Поэтому давайте вызовем Siri и спросим у нее чего-нибудь. Hey Siri, what is the weather today? После этого мы должны сделать быстро свайп вправо, чтобы разблокировать экран. К сожалению, с первого раза у нас ничего не получилось, и давайте попробуем еще раз. Hey Siri, what's up? Опять ничего не выходит. На самом деле эта фишка работает далеко не с первого раза, и прежде чем мы смогли разблокировать наш экран, нам потребовалось очень много попыток. Надеюсь, что для этого видео их потребуется меньше, а может быть даже еще больше. Hey Siri, what's up? И так ничего не получается, но мы настойчивы и будем пытаться это пробовать. Hey Siri! Итак, после огромного количества неудачных попыток, мы наконец-то в полном отчаянии в последний раз говорим. Hey Siri! What's up? И наконец-то, аллилуйя, экран разблокировался. И вы видите, что для этого мне не пришлось ни вводить пароль, ни использовать свой палец для работы функции Touch ID. Еще раз повторю принцип работы этого способа. Вы вызываете Siri с помощью функции Hey Siri, и затем, когда Siri начнет отвечать, вы сначала нажимаете на кнопку Home, а потом резким движением руки, свайпом вправо, пытаетесь разблокировать экран. После огромного количества попыток, а может быть не огромного, у вас это должно получиться. Конечно же, мы таким образом не хотим поддерживать людей, которые пытаются заглянуть в заблокированные айфоны без разрешения пользователя. Мы обращаемся к компании Apple, чтобы она обратила на это внимание и поскорее уже выпустила iOS 8.0.3. Мы знаем, что в последнее время она очень любит выпускать обновления очень часто. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, если вы еще этого не сделали. И оставайтесь на appleinsider.ru. Пока!